Есть места уже? Да сбили, скорее всего. Бойди. И здесь тоже было. А что это? Пулю. Бойди. И здесь тоже было. А что это? Пулю. Бля, где-то полю. Он летит стопудово. Ой, блядь. Над этим же местом, да, летит? Вон он. Полетел. Видно было, бля. Он там где-то. Вон. Спили нам. Красавчик. Ёба, они чё? Да сбили, скорее всего. Russia's Belgorod region was again hit by missile fire from the territory of Ukraine on the second half of March 16, local Telegram channels reported. Although the air defense system was activated, missiles fell and exploded in the territory of several provinces. No casualties have been reported. It should be noted that the Freedom of Russian Legion, the Russian Volunteer Corps and the Siberian Battalion, which are fighting against the Russian army as part of the Ukrainian army, have warned that they would fire rockets at the territory of Belgorod region in the evening. Russian partisans fighting against Russia demanded the regional administration to evacuate civilians, stating that the strikes would hit the military facilities and the positions of the Russian troops.
Я прям как чувствовала, что это рядом. Вас выключили, да? А вон еще одна. Мужики, пизда вообще, гля, ебать! Это бак течет! Тут пиздец, я, блядь, еле ушел с-под удара, нахуй! Вон, блядь, туда, вон, въебало! Смотрите, на педколледже, нахуй! Въебало, блядь! Этого, блядь, волною, нахуй, сюда, вот, сзади, вот, у 48-го, блядь! Я, блядь, его еле обвильнул, нахуй! И сюда, вправо, блядь! Пизда вообще, мужики, ебать, я подохуел, а тут пиздец, я с этого еле ушел, блядь, от этой машины, блядь, а тут люди, пиздец, ебать, мужики, пиздец, тихо, блядь, ля собрал нахуй, смотри, тут собрал, пиздец. Смотри, ебать. Блять, надо эти автобусы убирать. Ебануться.